Мы в волшебном доме, в волшебном пространстве, со всеми вместе что-то интересненькое готовим. Что мы интересно готовим? Мы едим уже лепешки и чефир. Лепешки и чефир? Угу. Девочка. Еще у нас есть лимонад. Как же ты уже пьешь чефир? Давай узнаем, что у нас дальше будет. Давай. Смотри, я сделаю напиток, попробую, что получится. Давай. Чем я могу тебе помочь? У меня... Попробуй описать вкус, который получится. У меня тут кое-что есть. О-о-о! Может быть, тебе что-то пригодится для твоего... Конечно. ...суперского салатика. Я бы что-нибудь делала с ананасиками. Угу. Ну, у меня... Есть. И яблочки есть еще волшебные из волшебного леса. А я подумала еще. Вот сок вот этих ананасов туда и вот эту всю штуку согреть. Не знаю, мне какого-то компота хочешь такого. Типа глинтвейна? Ну типа может быть и да. Давай это глинтвейн сделаем. Можно сделать. Это просто. Добавишь еще один ингредиент, и можно уже греть в кастрюльке. Между консервированными, господа. Да. Чудак это, да. Это да, же готовая продукция. Доставай и ешь. Просто на стол вываливаешь и все. Ну, я тебе про напиток еще говорю дополнительно. Ананасы обидятся, если ты так делаешь. Они распустятся. Ты видел, как цветут ананасы? Ты в Индии видел? Не хочешь? Что такое тут? Тут мой кусочек, который смотрит на меня. Во, 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 во. Что, чипсончики дам? Угу. Чипсончики? Да. Чисто чипсончики. Ну, мы чудики вообще. Вообще. А ты рассказывал, как мы вообще путешествуем, чем мы вообще занимаемся? Когда-нибудь рассказывал? Кому? Хозяюшке, да. Я думаю, что нет. А может быть, да. Давай узнаем. Я ничего не рассказывал. Ну, ты давай чудик. Давайте расскажем. Он ведь ничего не рассказывал, да, про нашу жизнь, про приключения. Расскажите. Ну.